спрашивают, кто я чем занимаюсь. В первую очередь, наверное, обычный нормальный человек, парень регулярный, который плохо учился, везде плохо учился, но сегодня предприниматель. Сидел в академии, рядом сидел парень, у него был телефон, iPhone 3, первый iPhone, у меня iPhone не было, печаль, хотелось что-то лучшего в жизни, и вот 19 лет начал искать возможности. Успех, в моем понимании, очень размытая категория. Для кого-то, может быть, то, что я делаю, это кажется сверхуспех. Это вот цель всей жизни. Для меня то, что я делаю, это кажется норма, вот окей, но мои цели и амбиции намного выше. Поэтому, наверное, пока я не буду считать, что это прям какой-то сверхуспех. То есть есть куда стремиться. То есть не создавать просто крутой бизнес, а создавать легендарную жизнь. Вот это успех. Мне было 22. Я поменял один бизнес на другой. Там в 22 я зарабатывал, ну, может быть, плюс-минус столько, сколько большинство ребят на потоке, там, в университете, все вместе, вот, с своими подработками. Но мне это не нравилось. И вот люди говорили, что я странный. Семья волновалась, как ты будешь жить, ты же ушел с бизнеса. И вот состояние волнительное, на самом деле. Но здесь нужно выбирать, либо ты будешь делать все время то, что ты не хочешь делать, либо ты что-то создашь по-настоящему хорошее. Бизнес в Украине – это такое сплошное преимущество. И большинство ниш, куда вот не посмотришь, там можно сделать лучше. Почему-то до сих пор сегодня предприниматели делают все на уровне нормально. Вот сделал нормально, клиенты не бьют – окей, можно, бизнес может работать. Если делать хорошо, это сразу же выделяется. Спрос у людей намного больше предложений в любых нишах. Брать и делать, не тупить. Брать и делать – все, точка. Просто берешь и действуешь. Ты не сидишь, не ешь дома там пельмени, смотришь телевизор и расскажешь, как все плохо. Какое государство плохое, или дороги плохие, или люди неправильные. Ты реально берешь всю ответственность, идешь и меняешь что-то сам. Ничего не ждешь. Ты не меняешь вокруг ничего, ты меняешь себя в первую очередь. Потом меняешь все вокруг.